Лавос тянет состав. Игорюшины и груши. Привет, ребят. Сегодня мы покажем железную дорогу, что от нее осталось. Да. Эта железная дорога 80-х годов немецкого производства, или то, что от нее осталось, к сожалению, за столько лет мало что сохранилось. Но в любом случае мы ее покажем. Погнали? Давай, распакуем и покажем, ребят. Я чур начинаю с паровоза. Я с паровоза. А ты с паровоза? Ой, ты, у тебя там состав какой-то. Вот такой. О, какая. А у меня вот такой. У тебя крутой. Сейчас мы все откроем и покажем. Папа, ты знаешь, какой вот этот поезд? Ну? Этот поезд, он как гармошка. Точно, у него соединение гармошки. Вот такой паровоз. Сейчас мы все откроем и покажем. Локомотив. А это что такое? Цистерна Shell. А это цистерна газа. Примагаз. Так, достаем локомотив классный. Все еще осталось в пенопласте даже, да? Ну, давай, открываем и показываем. Рельсы вот идут в такой упаковке. Тоже. А рельсы я уже прицепила. Точнее, это стрела, да, я вижу. Это стрела, да, вот она же и к электричеству подсоединяется. Пап, в общем, хорошая у тебя заправка. Заправка у меня хорошая? Держи стрелу. Тут, кстати, выключатель выключить, но нужно подключать к электричеству. У нас нет возможности сейчас. Это, кстати, тупик. Тупик идет, да? Давай. Вот такие у нас замечательные. Вот это электропоезд. Да, дальше у нас что идет? Дизель-тепловоз. Тепловоз. Да, потом у нас идет. Я его люблю. Ты его любишь? Тепловоз. Дальше у нас паровоз, вагоны и цистерны для перевозки газа или каких-то горючих смесей, да? Ну и вот, Горюша уже собрал, стрела с тупиком можно поставить. Ну вот и, к сожалению, все, что осталось. Больше ничего не осталось, да? Давай их соединим и прокатимся. Вот такой у нас получился состав, да, во главе с тепловозом красным. А у Горюши электровоз и паровоз, да? Ну давай, в путь! О, какой! У меня тоже классный. Тепловоз тянет состав за собой. Длиной 150 вагонов. 150 вагонов! А у тебя, Игорюша, пассажирский, видишь, двухэтажный, крутой. Во какой. Ну давай, покажи еще паровоз. А вот такой еще есть очень классный, качественный паровозик. И все это самое главное, что это все электрическое. Если подсоединить к электричеству, это все может ездить. Ну, нужно только дорогу собрать большую, много рельс купить, и тогда все будет нормально. Что потерял? Запчасть? Ну, вот детализация, да, цистерн, паровозов, электровозов и вагончиков просто на высоте. Вот как раньше делали, да? ГДРовская железная дорога. Или все, что от нее осталось. Ну, все, что было. Поехали! Во, какой крутой. Нам бы еще железную дорогу, да, найти. Интересно, а продаются этих размеров сейчас? Я даже не узнавал. Наверное, продаются, да? Во, какие. Желтый шелк красивый. Да. Прицепнули. А мой тепловоз тащит морозильник. Твой тепловоз тащит морозильник, совершенно верно. О как! Все что угодно, да, можно прицепить к любому вагону. Но все-таки пассажирский должен быть пассажирским, а товарный должен быть товарным. Пассажирский? Ну это и пассажирский, и товарный. Раньше же только паровозы были, они таскали все подряд. Подряд? Да. Они же на угле работают, ты же знаешь. Невероятно, Зеленберон. Ты такую раньше видел? Нет, не видел. А в Гранд-макете? В Гранд-макете что-то похожее есть, но это немножко другое, да? Но тоже классно. Ну что, давай изучать поезда дальше, а с ребятами прощаться будем. Что ты собираешься дальше делать? Я собираюсь играть. Это очень невероятная дорога. Я не знаю, что с ней делать. Сейчас решим. Пока, ребята. До новых выпусков. Берегите игрушки. Ай! Ура! Еху! Да здравствует
поезд! Да здравствует железная дорога детская! Да! Давай быстрее откроем, соберем ее и расскажем, что же она из себя представляет. Вперед! Эй! Украсить его! Давай-давай, быстрее! Нам не терпится узнать. Какая это дорожка? Что это за железная дорога кольцом делается и по ней гоняют паровозик? Давай, давай. Вау! Так, ну вот такая коробочка. Больше она нам не нужна. Доставай быстрее. Что она там? Что у тебя там лежит в комплекте? Так. Рельсы, да? Рельсы лежат. Сам паровозик, вагончик и вагончик. Два вагончика и один паровозик. Ну что? Давай собирать рельсы и показывать ребятам, как они гоняют. Кстати, в комплекте, по-моему, батарейки не идут. Сейчас мы это проверим. Да, по-моему, в комплекте батарейки не идут. Но мы позаботились об этом и купили батарейки. Вперед! Пока Игорюша соединяет состав, я соберу рельсы. Давай достанем их. Ты вот эти, я вот... Первая часть рельс, да? И вторая часть. Вторая. Давай, вторая. Поместится у нас на стол-то? Или будем на полу показывать? Сейчас проверим. Давай быстрее. Давай на полу. Ну, давай сейчас здесь соберем, посмотрим, что будет. И погнали. Железная дорога из рельс собрана, да? Она, конечно, у нас полностью не влезает. Но ничего, мы обязательно покажем на полу. Вот такая у нас батареечка, которую даже можно проверить заряд, да? Который там есть или нет. Нажать нужно с этой стороны, с этой, и посмотреть. Ну-ка. Опа! Полный заряд, смотри, зеленый. Видел? Нажимаешь, появляются вот такие полосочки. Значит, батарейка хорошая. Отпускаешь, они исчезают. В данном паровозике используются две батареечки. Вот так вот верхняя крышка снимается. Вставляем. И он заработал! Пока выключим, закроем крышкой и поставим на рельсы, чтобы было все правильно. Так, крышку на место поставили. Вот такой классный паровозик. Закрутили винтик. Вот здесь специальная кнопочка, которая его запускает. Круто. Вот такие вагончики к нему прицепляются. Два товарных вагона. Они очень простенькие, но очень красивые. Очень легкие, красивые. Будет отлично гонять. Давай пристегивай всех и погнали. У паровозика, кстати, еще есть фонарик. Он в темноте светит. Да? Такой. Спереди фонарик крутой. Ну давай, выключай и пристегивай. Игорюша у нас налаживает состав. Дорога есть. Понял. Ну, сейчас, через 10 минут поезд поедет. Давай, машинист, запускай паровоз. Так точно, погнали. О! У-ху! Один вагон отцепляет. У-ху! У-ху! Вагончик пошел. Ура! Ура! Состав заработал. Ура! Да! Ура! Еху! Да здравствует поезд! Да здравствует железная дорога детская! Да! Да здравствует железная дорога детская! На всей скорости мчится! Вот это да! Вот это да! Вот это крутая железная дорога! Красная! Маленькая! Да удаленькая! Да, Игорь? Да! Вот так паровоз гоняет по кругу. Нам бы еще побольше настав, так вообще бы цены бы не было. Давай, отцепляй вагоны! Отцепляй вагоны! Отцепляй вагоны! О, один! Отцеплен, два осталось. Два. Один остался, да, паровозик, смотри? Всего лишь один паровозик теперь у нас. Вот это да! Давай! А вот так паровозик светит в темноте. У-ху! Тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук. О, весело! Ну что, паровоз проверили? Да. На ходу. Будем закругляться, как закругляется этот маленький составчик. Да. Пока, ребята, вы были на канале «Игорюшины игрушки». До новых выпусков! До новых выпусков! Пока-пока. Oh.
Что, кто-то не пропустил трамвай? Вызывай спасательный вертолет. Карюша, ты где? Что ты там делаешь-то? Читаю всю коллекцию, пап. Читаешь, коллекцию изучаешь? А ты что делаешь? Ну, я хотел понять, что из этих трех вещи у нас новинка сегодня. Вот это. Это трамвай. Технопарк. Вау, давай. Смотрите, ребята, вау. Тут открываются двери и есть звук. А еще что есть? А как двери открываются? Ну-ка покажи. Вот здесь вот тут? А, вот здесь такими вот крутилочками, да? Ну, а как же свет со звуком? Показывай. Вау, а что еще тут есть? А еще что есть? Это парковая. Ну как, замечательный трамвай? Да. Ну давай же скорее начинать историю нашу про городской транспорт. Погнали? Да. Вперед. Пап, у него же еще заводной механизм есть. Заводной механизм? Ну-ка давай посмотрим. У-у-у! Вау! Давай посмотрим, кто быстрее, троллейбус или трамвай. Ну-ка. Оу-оу! Трамвай был круче. А этот, интересно, метро быстрее, чем трамвай? Давай посмотрим. Все-таки длиннее трамвай. Трамвай длиннее, конечно. Так. Оу, опять трамвай вырвался. Ну что, теперь источная история. Да. Давай. Ребят, смотрите, тут у нас движение происходит. Движение. Здесь у нас едет на прицепе спортивная машинка, да? Hot Wheels спортивная машинка. Фура тащит. Здесь у нас двигается общественный транспорт. Наземное метро. Двери закрываются. Трамвай. Трамвай у нас едет по путям. Трамвай наверху доконечный, и тут встречен будет. Но тут начала быть авария. Что, кто-то не пропустил трамвай? Знаете ли вы, ребята, что у трамвая преимущество на дороге, но кто-то его не пропустил. А кто не пропустил? Скорая помощь? Вот так вот, ребята, скорая спешит, но и машина тоже. Пока тут разбираются с аварией, тут на другой переулке делают дорогу. Так, ну давай, приступай. Трактор привез инструменты. А погрузчик копает яму. Давай. Так, асфальтовый укладчик почему без дела стоит? Так. А тут еще, оказывается, у нас есть аэродром. И вертолет. На новой дороге устроили гонки. Гонки прошли успешно, теперь общественный транспорт проверяет новую дорогу. Тут все сложно с аварией. Тут приезжают два спасательных вертолета. Вызывай спасательный вертолет. 58 и строительный. Есть пострадавшие? Пару человек есть. Загружай. Отлично. Благо обошлось без жертв. Да. И все мирные стали. Все стали мирные, машины разбитые растащили, и трамвай начинает свою работу заново в спокойном темпе, начинает свой путь. Поехали. А те, кто поехал на наземном метро, миновал аварии. Вот такое бывает, ребята, да? Да, вот такое вот, ребята, бывает. Но, к сожалению, это жизнь. Но самое главное, что у нас никто сильно не пострадал. Все обошлось, да? Да. Ну что,
Сегодня у нас в городе много происшествий было. Придется... А пока, ребята, нужно отдыхать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Горюшин Груши. И не забудьте про колокольчик. До новых выпусков, друзья. Не попадайте в аварии. И соблюдайте правила дорожного движения. Это был трамвай. Вагон метро движется по направлению к туннелю. Входим в туннель. Видите Игорюшу там? Я вижу папу. Да, а я тебя вижу. Следующая остановка электросила. Следующая остановка электросила. Осторожно, двери закрывай. Следующая станция. Игорюшины игруши. О-о-о! Привет, ребята. Метро! Привез метро нам городской транспорт автобус, и теперь он свободен. Смотрите, что у меня есть. Это метро технопарк. Метро технопарк. Давай быстрее покажем, ребят. Да! Вот такая коробочка. Такого большого у нас технопарк был только. А мы вообще троллейбус, проверим. Да? А мы вообще проверим. Сделаем такой мостик вообще. Вообще история будет классная. Вот смотрите, тут, кстати, открывается у нее еще дверка, но мы все сейчас покажем. Все покажем. А у нас будет. Станция еще универсальных магнит, у нас снова есть. Но без распакованного вагончика у нас ничего. Вперед! Так. Какой же он красивый! Какой же он красивый голубой вагончик метро. Ну давай коробочку убираем. Это не голубой вагончик. Как это голубой? Да, только он номер 18. Думаешь? Ну давай рассказывай, что он умеет? Гоняет? Он быстро едет. Но у нее есть механизм. Да. Ну, давай. Воу, ничего себе. Сейчас мы проверим, кто быстрее, троллейбус или он. О, что, не открывается у него? Да. Ну, показывай. Вау. Вот действительно, дверь открывается, специальная кнопка. Тут есть? Чик, чик, чик. Маршрут, чик. Маршрут. Маршрут, вот такая у него мордочка. Маршрут. Да, вагончика? И смотрите, даже сцепное устройство есть. Влево-право можно сцепное устройство. Круто, да? Вот это да. Окошечко. Давайте ребятам покажем Игорюшу, как мы его видим. Видите Игорюшу там? Я вижу папу. Да, а я тебя вижу. Ставь на старт. Кто быстрее? Давай я начну, а потом ты продолжишь. Ну кто? Как ты думаешь? Я думаю вагон. Убирай руки. Сейчас быстро улетит. Вау! Вообще, давай теперь ты попробуй, кто же будет быстрее. Так, ловлю. Ну, это просто вот лишний раз доказывает, что метро быстрее наземного транспорта, да? Подземный транспорт быстрее наземного. Ни пробки не мешают, ничего не мешает, ни светофоры, да, ничего нет. Просто гоняет под землей и останавливается на остановке. Сегодняшняя наша история связана с человеком, который опаздывал на работу, да? Он обычно ездит на троллейбусе, но когда случается какая-то ситуация на дороге... Я приезжаю на своем метро! Точно! Погнали! Сотрудник нашего детского магазина собирается на работу и выходит к остановке. Ждет троллейбус. Троллейбус-то подходит. Он на работу опаздывает, ждет свой троллейбус, на котором он обычно ездит на работу. Троллейбус подъезжает. Садится у нас наш сотрудник детского магазина в троллейбус и отправляется в дорогу, но сразу же упирается в огромную пробку из машин, потому что будний день, да, все на работу, пробка, как обычно, светофор зеленый горит, но все равно никто не может двинуться на перекрестке у нас. На перекрестке не может, никто не может. Вон, даже вторая полоса тоже в обратную сторону. Пробка, все разворачиваются, пытаются пристроиться с троллейбусом. Что же делать, Горюша? Нужно звать метро. Ну как звать? Нужно до него как-то добраться, да? Да. Приходится выходить из троллейбуса, из пробки и идти пешком до метро, да? Идет и приходит. Ладно, метро было близко. Да, и наш сотрудник быстренько нырнул на эскалатор. Вот наш эскалатор, да? И вот он наш туннель. Мы уже оказались в метро.
Вагон метро у нас наготове уже, да, подходит к станции. Подъезжаем, так, опа, остановка. И наш сотрудник благополучно садится в вагон. Наш вагон благополучно останавливается на станции. Открываются двери, вот они, оп. Наш сотрудник садится в вагон, и двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Невский проспект. Вагон метро входит в туннель. Входит в туннель и останавливается на станции Невский проспект. Следующая остановка – Электросила. Следующая остановка – Электросила. Ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду. Осторожно, двери открываются. Открывай двери. Мы приехали на станцию, наконец-то. Вагон метро движется по направлению к туннелю. Входим в туннель. Сотрудник детского магазина приехал на работу торговать игрушки. Да, прошел рабочий день, и он... Поехал в специальный магазин «Магнит». За продуктами, да? «Магнит». Он поехал за покупками. И снова нас выручает метро, потому что пробка-то до сих пор не рассосалась до самого вечера. Да, но сейчас уже вечер, по-моему. Все, этот сотрудник магазина купил все продукты. И возвращается домой. Да. Опять-таки на метро. Следующая станция. Детский мир. А где Игорюша-то у нас? Коробка стоит с классным локомотивом. Привет, ребята! Сегодня у нас огромный поезд. Привет, ребята! Мы так ждали этот поезд, такой долгожданный и любимый, да? Да. Потому что он классный, к тому же дикий тайс. Разворачивай скорей, покажи ребятам. Вау, синий локомотив с краном, с отбойным молотком, со звуком, со светом. Все это мы сейчас покажем, да? Да. Погнали! Вот такой у нас паровоз, ребята. Аж Игорюши даже не видно, да? Из-за него, насколько он огромный. Вот такая вот классная коробочка. Все показано. Он прям огромный. Да, вот звук, свет, все. Вот как что двигается. Крыша, кстати, у него двигается. Кран. Все круто, да? В наборе идет вот еще сварочный аппарат, горелка с... этим отбойным молотком. Ну просто все, вот перечень всех функций. Давай быстрее его достанем из коробочки и наглядно все покажем. Так, подходим к самому главному. Так, у нас вот тут заглушечки, да, заглушечки убираем. Убираем заглушки, и наш локомотив освобождается. Что он умеет? Так, у него у крана вытаскивается. О, стрела как! Можно вытащить крюк, да? И тут же его убрать. Резко на кнопку нажимаешь. О, как резко! Раз и убирается. Так, складывай его, складывай. Вот это идет в комплекте у нас, кстати, отбойный молоточек. О, как! Звук этот отбойного молотка можно сделать вот таким образом. Вот нажимаете кнопочку. О, два раза. Да? И прямо рабочий процесс начинается с отбойным молотком. Смотрите, ребята, а сколько вот это нужно втыкать? Да, шланг втыкается вот в этот отбойник, чтобы он же, наверное, на воздухе работает, да? Вот здесь вот такая пимпочка. Сюда. Во! И начинает работать с помощью вот этого шланга. Вот так круто, да? Во! Что у нас еще есть? Есть у нас вот такой вот моторный отсек, открывающийся, если нажать кнопочку вот так до конца. О! Вот это да! Ребят, кстати, вот эта платформа задняя с инструментами, да, она снимается вот так вот. Выдвигается, и ее можно снять. О, о, как круто. И это тоже снимается все. Вообще. Это наш кран для подъема этой платформы, да? Вот так зацепляете там и поднимаете. О, можно перемещать. Отлично. А после окончания работ поставить ее на место. Тоже так же по направляющим. Раз. И все. А
А еще у локомотива есть звуки. Ну давай, покажи нам один звук, второй звук, третий звук. О, как, да? И вот этот самый такой, во. Да? А еще локомотива стрелит. Вот так вот поворачивается на стрелу. Да, и на стреле, кстати, наш любимый значок. От пики, то есть, да? С бегемотиком красным. Так. Что еще? Световая. Есть еще световая сигнализация, как вы уже заметили. Нажимаете любую кнопку, и он начинает моргать. Во. Еще и свистком ударим, да? Вау! Мы совсем забыли показать еще одну штучку. Это открывающаяся крыша. Ну-ка давай, тащи ее. Вот, и туда можно посадить машиниста любого, да? Вот такой замечательный поезд. Кстати, поезд ездит. У него есть вот... Не сам ездит с помощью рук, но вот ездят большие колеса, у него есть 4 колеса, да? Батарейки уже идут в комплекте, уже вставлены, это очень хорошо. Это нам уже не нужно покупать, очень удобно, так. Кстати, еще комприцеп можно, да, какой-то... О, смотри, сцепное устройство свободно. Можно какой-нибудь прицеп сделать. Ту-ту. Итак, ремонтик проверяет дорогу. Ля-ля-ля-ля. Как хорошее сегодня настроение. Ой, а это что такое? Что такое? Обнаружил... А это что такое? Обнаружил неисправность на путях? Да, там яма. И смотрите, труба там пересекает. Может быть, вызвать нам ремонт на паровоз? Да. Алло, паровоз. Да. Нам нужно сюда газовую установку вот эту. Подъезжаю. Я на месте. Что нужно делать? Поставить газовую горелку. Поправляйте пути с помощью сварочного аппарата. Я включаю. Давай. Пип. О, все, работа проделана. Исправности еще есть? Есть. Дай-ка я проверю свой мотор. Все ли у меня нормально, чтобы ехать дальше? О! Мотор проверен, можно ехать. Садись в кабину и поезжай проверять пути на предмет неисправности. Надеюсь, что их не будет. Пока, ребята. Это был классный, мощный, большой ремонтный локомотив. Локомотив поезд. Дикий тост. Точно. Ну что, проверять пути? До новых выпусков, друзья. Это был классный проект. Yes. Вот так. Ночной поезд, да. Навстречу ему дизель. Вот он макет. Отсюда видится. Вот какой он огромный. А она должна зеленой загореться, тогда можно нажать. Надо найти зеленую кнопку и тогда нажмешь. Смотри, машинка едет. Грузовая. Видишь? Грузовая машинка едет. И автобус едет. Вот это да. Грузовичок с грузом. Грузовичок, смотри, с грузом. О! Ничего себе, вот это да! Крутяк! У-у-у! Паровоз проехал. А вон они все внизу ездят. Хе-хей! Во! Целая сортировочная станция. И паровозик. Во! Паровоз с танком. Темно-темно становится. Представляешь? У паровозика свет загорелся внутри. Куда выключился? Вот, да. Вот так вот. Темнеет, наступает. Круто. Сколько солдат? Целая воинская часть.
красиво. Пойдем дальше. У-у-у. Вот это да. Круто. Смотри, автобусик едет наверху. Где автобусик едет? Да. Наверное, по мосту тоже поезд пойдет, да? Вон, поехал товарный поезд. Вот это да! Как клёво-то, а? Товарняк. Пошел в туннель, смотри, в туннель пойдет. Круто? Идем дальше. Можно мне здесь? Залезай, конечно. Для детей специально есть вот такие подставки, на которых можно стоять. Обалдеть! Вообще несется, смотри, как... Вот это да! Тудук-тудук-тудук-тудук, да? Как мы стоим? Обалдеть, тут товарный поезд поехал туда. Да, тут целые пути, развязки. Еще навстречу, смотри, как тут. С песком едет, смотри, щебнем. Опа, там зеленый. Yes. Вот какой поезд красный. Пойдем дальше. Вот это да, смотри, какие поезда. Смотри, тут авария. Авария, посмотри, вон там. Где? Вон машины стоят, видишь, на аварийках. Столкнулись. Мусоровоз. Мусоровоз. Остановился, повернул. Объехал и поехал дальше. Еще и автобус едет. Рейсовый, да, автобус? Тоже прямо, а мимо проехал, да? Ну давай, пойдем дальше, смотри. Экскаватор. Погрузчики, смотри, твои тут трактор. Ого. Поезд щебня. Вот это просто классно. Смотри, самосвал с песком. Вон белый самосвал поехал. Региональные перевозки. Идем дальше. Посмотри, сколько строительных машин. Липфер. На ту сторону пойти? Да. Ну, сейчас мы круг сделаем, пойдем на ту сторону. Вон сколько строительной техники. Дети любят строительную технику. Липхер, погрузчик. А это, кстати, Джон Дир. Все в туннель уехали, да? Смотри, грейдер Вольво. Бензовоз пропускает поезд. Открывается шлагбаум. Смотри, горюш, открывается шлагбаум, но они поедут. Свалка, металлолом, машин. Вон. Вон сколько покрышек старых. Папа, вот туда. Видишь, какой горнолыжный курорт. Со снегоуборщиками, с кабинками. Скорая помощь. Скорая помощь на всякий случай, конечно. Это порт. Идёшь, горит. Давай, нажми кнопочку, что заработает. О, представление. Представление заработает.
Горки американские, смотри. Вот там колесо обозрения, которое ты искал. Поехал поезд. А тут что, правительственные машины, что-то тут сирены включили. Самолет-то какой, посмотри. Ту-144. Видел такой когда-нибудь? Аэропорт. Целая жизнь кипит здесь. Бензовозы, самолеты, вертолеты. Просто класс. Лайнер, смотри, какой лайнер. Даже уже грузовичков здесь, смотри, машины обновили. В том году не было грузовичков. А у сколько большой паром, вон паровоз приехал. Привез какие-то эти товары. Баржа стоит. Ночь наступила, да? У парохода, парома загорелись огни. Огни загорелись. Вон, чистят озеро, смотри. Озеро чистят. Специальный кран чистит озеро. А подводная что-то... лодка. Ты же их любишь. Это же подводная лодка, да, Игорь? Да. А вот она в разрезе. Там все видно, всех людей, матросов там, да? Все отсеки видно в разрезе. Фура едет. Фура едет, видишь как? А навстречу ей поезд с танками. Пожарная машина еще стоит здесь. Поезд с тракторами, да, и с вагонами. Смотри, какой поезд заснеженный. С Новым годом называется. Смотри. С Новым годом! Новый год будет 2017? Конечно. Ого! Смотри, какой пульт управления огромный. Да, сидят люди, мониторы смотрят. Следят за то, чтобы все работало. Посмотри, какой старый корабль. Его что-то там заваривают даже. Видишь, там варят? Где лесорубы-то, Игорь? Ух ты, поезд мимо проезжает. Пилорам сразу заработает. Заработал? Нажимай зеленый. Погнали. Где там, видишь? Лесорубы горит. Оп, дерево упало. И второе сейчас. Оп. Круто. Очередной поезд. О, поехал. Все. Далеко-далеко. Твой любимый кран Липхер, смотри. Огроменный. Трубу демонтирует. Ломает трубу своим крюком. Заснеженный город, да, Игорь? Заснеженный город. Красиво такое. Снегоуборочная техника. Опять смотри, поезд с тракторами. Поехал, да? Голубой вагон бежит, качается. Да? Как в песне. В заснеженном городе тоже жизнь протекает. Бетономешалка в работе.
дорожная техника тоже. Вместе с поездами. Военный аэропорт с вертолетиками, да, посмотрим вертолетики. О, какие. Эй. Ну что, нравится тебе все? Да. Отличные самолеты. А внизу поезда ездят. Мне нравится, нравится вот этот. Этот самолет нравится? Крутой, да. Фура поднимается на подъем. Во как. Это морской порт, да? С контейнерами. Ну смотри, видишь? Поезд на бок упал и придавил машинку. Там опять. А там в депо поезд стоит, да. Он дядя ремонтирует, смотри. Во дворе машину ремонтирует. Старая сельскохозяйственная техника. Ночной поезд поехал, смотри. Ночной поезд, да. Навстречу ему дизель. Какая ночная красота, посмотри. Да. Просто красивый город. Да. Лесо обозрения тут есть тоже. Очень красиво. Аэропорты. Пробка стоит, смотри. Трактор везет сено, Игорюш. Тракторишка сено везет. А люди на пляже отдыхают. Ну что, прошлись? Вот и весь мой гранд-макет. Да, сегодня мы постарались сделать все плавно, без резких движений и не размазано. Насколько получилось, оценивать вам. До новых выпусков. О, какой. Вот, цистерна. Цистерна. Поворачивай, да, сейчас свернется обратно к нам. Давай-ка, ну-ка посмотрим. Ух ты, оба. Я тебе скажу, я тебе спросил, зачем. Здоровский, да? Пойдем дальше искать. Ух ты, оба. Да, да все, с этим. Я тебя сегодня мы пришли вот на поезд. На детскую железнодорогу кататься, да? Вот он стоит, наш поезд. Нам осталось купить билеты и вперед. Погнали. Смотри. Вот на таком поезде. Вот на таком поезде мы сейчас поедем, да, Игорь? О. Наш поезд называется «Сказка», Игорь. «Сказка». Вон, пойдем паровоз посмотрим. Головной. О, паровоз с дровами. Супер. Смотри, какой. Кабина машиниста, смотри. Да ты там лезешь, заказали. Кабину.
Держи за ручку и залезай. Чего? Ну, давай. Пойдем. Заходи в дверь. Куда? Того. Заходи. Выбирай места. О, давай здесь садись. Нам еще при покупке билета дали, да? Такой календарик с паровозиком. Держи. Крутой, да. Повесим где-нибудь. Сейчас тронемся и поедем. Можно открыть окошки. И сейчас поедем. Станция молодежная у нас. Молодежная. Ага. Вот у нас какие кресла, да? С эмблемой. Детская Октябрьская железная дорога. С паровозиком, да, и светофором. Отправляйся, да, поезд поехал. Все. Мы отправляемся в путь. Был гудок, да, был гудок паровоза, и мы поехали. Путешествие. Отлично. Вот. Ничего себе! Электричка проехала, да? Она быстрее нас? Конечно, быстрее. Она для взрослых, а у нас для детских. О, выехала. О, как. О, там фургон. Фургон едет, а мы на поезде едем. О, какой мозг. Вау! Круто. Он грязный. Локомотив, да, зеленый. Ууу, какой поехал. Старый. Старый. Почему старый? Потому что уже давно сделан. Ууу. Какой красивый. Это прямо как у нас. Тоже детский, только в обратную сторону едет. Видишь? Детский. Да. О, какой едет. Вагоны красивые, да? Железную дорогу делают. Буровая установка, кстати. Смотри, желтая. О, какая. А там кран стоит. Это буровая. Буровая, да. Будут. Вон какая огромная насыпь под мост сразу. Это о, военная техника, да? А папа, это товарный. Товарный нам встретился сейчас поезд. Сейчас все поезда встретим. Он длинный, пап. Да. Трещотка. Да. Вот, цистерна. Цистерна. А там что, глубоко? Конечно. Много-много литров. Нефть везу. Царская сельская. А теперь, да, а теперь обратно поедем. Сейчас перецепят состав и вперед. О! Вот это да! О, как! Да. Круто? О, как! Пахнет дровами, да? О, какой! Красота! О, пошел! На разгон! Какой громкий у него, да, гудок, говорю? Просто. А он туда уехал, теперь нас локомотив подгонят, локомотив, который мы вначале снимали, и нас потащат, да? Колеса железнодорожные, да? Даже отдохни. Да, отдохни, посиди. Пока ждали поезд, мы все снимали. Да, пока ждали поезд, вот военная, да, машина, милиция. Вон там, смотри, полевая кухня. Вот полевая кухня. Вот и грузовик. Полевая. Полевая кухня, можно кашу сварить, супы. О, какой военный грузовик, классный, да? Автозавод. А-а-а! О! И опять поезд едет. На вокзале мы стоим, ждем, едет поезд. Пассажирский. О, да. О, смотри, полуторка. Да, смотри, полуторка, да? Полуторка. Хе-хе-хе.
Это вот за нами едут, да? Наш, за нами едут. Будет сейчас подцепляться. К нашему составу будет подцепляться и подтащит нас обратно, да? Ну что, пойдем на вокзал там? Может, чайку попьем? Смотри, говоришь, робот-полицейский. С магнитолой колонкой. Горю, за руль. Опа! Полуторка. А вы не едете? Нет, конечно, не едет. О, как круто, да? Вот такой турбурдин попадает. Да, вот такой вот мотив нас на внимание, уважаемые пассажиры. Производится посадка на пассажирский поезд. Пойдем в наш вагон. Следующий до станции Молодежная. Обратно а едем. О, теперь назад, да? Едем. Ура! Погнали. Ну что, Игорюш, ты готов к экзамену на сдачу машиниста трамвая, а? Здравствуйте, диспетчер. Здравствуйте, мы приехали в троллейбусную ставку. И еще мы видим тут трамвай. Да, мы сегодня приехали в музей троллейбусов и трамваев. Вот он, трамвай, а вот он, троллейбус. Ну что, погнали вовнутрь? Вперед! Опа-на! Смотри, какой большой, желтый, старый троллейбус. Еще это. 32. Но это еще не старый, а вот этот вот, конечно. По стрелочкам идем за билетами. Эй, в депо. В депо идем. Вот такой крутой троллейбус, смотри. 62. Вообще. Погнали, Гарри. А это как будем? Это 4409. Ну что, Игорюша, классный троллейбус. Да, а? Я сейчас покажу. Смотри. Нравится музей тебе? Ничего себе, ну сейчас мы здесь как походим. Так, ну что ты тут нашел? Игрушечные троллейбусики, смотри. Игрушечный троллейбус. Вон у тебя там. Ты можешь туда залезть и пофотографироваться. Привет, машинист. Так, первый трамвай. Сейчас мы у них... А, я сейчас задел трамвай. Крутой, да. Я сейчас задел. Задел тебя? Ага. Ничего себе. Вот сюда, кстати, смотри, можно зайти и открыть трамвай. Пойдем зайдем. Пойдем зайдем. Нельзя ничего крутить. Крутить сказали нельзя, но посмотреть можно. Залезай. А тут 60 топлива. Ничего себе, смотри, какое управление. Ручка управления какая. Смотри, а вон. Нельзя ее трогать? Не желать. Ого. Смотри какой. Вот это да. О, вот это смотри, еще тут. Полным-полно старых трамваев. Он закрыт. Этот закрыт, да. Машины носки. Давайте тут отойдем. Старые машины москвы. Старые машины москвы, да. Там еще трамвай. Вот. Москвичонок. 22. Крутая тачка. А туда нельзя заходить? Нет, он закрыт. О, еще и универсал, посмотри. Каблук, смотри какой. Каблук? Какой редкий вариант. Универсал москвич 407. Ничего себе. А тут едет? Да. О, автобус классный. А тут все рабочие. А тот синий едет. Все экземпляры папа, рабочие. Едет. Все рабочие. Папа, а тот едет. Едет, все рабочие. Вон лаборатория, смотри, желтая. Лаборатория. Лаборатория? Да. Давайте тут заметим. О, смотри, аварийная машина. Старая аварийная машина. Пойдем быстрее посмотрим. Ой, это открыт. Ух ты, сколько вещей. Касса, смотри.
Смотри, какие кассы раньше были. Кассы. Круто. А она открыта? Закрыта. Закрыта? Аварийная машина. ЗИЛ. Залезай. Ничего себе, удобно тебе сидеть? Да. Круто. С открытым кузовом. С открытым кузовом. Давай попробуем посмотреть, что там такое. Да, все дырочки, все дырочки. Тут ничего нет. Открытый. Закрытый, да. Крутой, да, трамвай с открытым верхом? Вот этот вообще. Эй! Давай. Так, вот, можно в кузов зайти. Это как прицепной вагон, смотри какой. Прицепной вагончик. Ну как тебе там трамвай? Да крутой вообще. Это старый автобус, смотри какой. Смотрите в него. Городской автобус. ЗИС 49-го года. Смотри, какой стенд для управления, чтобы тренироваться, смотри. Можно туда сесть? Видишь, для тренировок трамваев. Наверное, экзамены сдают или еще что-то, да? А можно так? Попробуй, ну так, чуть-чуть. А это не работает? Это, а, может и работает. Ну, ну что, Игорюш, ты готов к экзамену на сдачу машиниста трамвая, а? Давай, заводи стенд. Завожу стенд. Ну ты крутой машинист. Вот такой вот замечательный у нас музей трамваев и троллейбусов. О, это уже более-менее современный. Хотя касса очень старая, видишь какая, билетики. Крутишь билетики, он вылезает. А вот это пробивать, смотри. Компостер. Билеты пробивать. Круто? Билеты пробивать. А это билеты вытаскивать, крутить. Вот такой игрушки нам не хватает. Вот такой игрушки нам не хватает. А это с лошадками. Раньше же трамваи не могли сами ездить. Ох, да какой большой семафор. Маленькие игрушки – это то, что нам нужно, да, Игорь? Папа, смотри, как мы можем играть. Папа, модельки трамваев, Игорюшка. А можно позвонить в телефон? Попробуй позвони. Он не работает? Нет. Звони диспетчеру. 25. Здравствуйте. Давай. Здравствуйте, диспетчер. Какой у нас сегодня маршрут? Здравствуйте. Вы сегодня не можете приехать ко мне? Спрашиваю. Могу приехать. У тебя сегодня маршрут 25. Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Я понял. Смотри, какие еще малюсенькие моделечки. Вот это так классно. Таких и не найдешь, наверное, в магазине, да? Чтобы купить-то. Ого. Такие классные вообще, вручную собраны, склеены. Просто класс. Вот эта модель. И троллейбус желтой модели. Вот такого нам бы точно 50. Нужно 50. Было бы, да? Вон, смотри, двухэтажный желтый трамвай. Вот у нас Игорюха залез в трамвай. Привет. Привет. Как тебе в роли машиниста? Отлично? Ну, заводи трамвай. Завел, погнали. Сейчас Игорюха поедет катать. Вот на таком крутом трамвае. Прокатится с ветерочком. Интересно. Погнали. Вот
вот и Игорюха возвращается на трамвайчике. Круто! Поехали? Поехали! Пронесет. Вот это да. Погнали дальше. В тупик. Едем в тупик. Давай. Прошел. Теперь на эскалатор не сдавал. Хорошо, управляешь? Ага. Да, прием. Кто меня вызывал? Все, поехали. Поехали. Я смотрю, давай. Круто, да? Я управляю бытовой ручкой. Если у меня нету бытовой ручки, то я не могу управлять. Право, лево. Раз. Настоящий машинист. Машинист. Ну что, получается у тебя управлять поездом? Сейчас. Ходи. Настоящий вагон. Погнали дальше. Так, ну что, вставай, поехали. Встаю. О, улица такая, папа. Торговая? Да. Сейчас мы поедем, где торговая. Ну что, рулится нормально у тебя тут? Да. Отлично. Алло, я спеть хочу. Ой, алло. Ну что, поехали? Поехали! Да. Набираем суперскорость!
Машинист в деле. Вперед. Машинист в деле. Заходи сюда. Я уже пошел. Все. Смотри, как... Пока. Выбирай любую и подписывайся на канал Игорюшины Груши.